В рамках расследования уголовного дела о финансировании терроризма Следственным комитетом во взаимодействии с ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторингом установлена причастность Асламбека Ижаева. Ему предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, Ижаев является приверженцем идеи радикального ислама. Не позднее 2012 года он организовал финансирование террористической деятельности Международной террористической организации «Исламское государство», которая запрещена на территории России решением Верховного суда. Ижаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования «Исламского государства». В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске за совершение на территории России преступлений террористической направленности. Ижаев также является основателем и владельцем издательского дома «Ума», который также использовался для сбора перевода денежных средств. Книги этого издательского дома неоднократно признавались экстремистскими по заключению экспертиз, однако обвиняемый менял название произведений и заново переиздавал их. В рамках уголовного дела проведены обыски в загородных домах и квартирах обвиняемого, расположенных в различных округах Москвы. Обнаружены и изъяты банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности. С целью установления иных эпизодов преступной деятельности следователи исследуют контакты фигуранта уголовного дела с участниками международной террористической организации. Продолжается комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.